давайте поговорим насчет Vortex номер 6 в фазе 1. Это ежедневный вклад. Этот вопрос, вопрос о том, как перенаправить негативную карму. Вы знаете, что у людей бывают ситуации, когда на пустом месте вдруг человек ломает ногу, сворачивает шею, и у него отваливается хвост. Как с этим разобраться? Ну, учения восточные говорят о том, то, что от кармы не уйти. Но вот от чего мы можем уйти, это от того, как эта карма распространяется на нас, скапливается ли она, и потом нас бьет сильно гаечным ключом по голове, или молотком большим, или лопатой. То есть, как сделать так, чтобы у нас в жизни стало все лучше и лучше, и все хорошо и хорошо. И для этого все духовные традиции советуют заниматься благотворительностью. Что конкретно имеется в виду в этом вортексе, это то, что вы желательно, не должны, но желательно, чтобы вы каждый день делали что-то доброе для кого-то. И самое главное, чтобы об этом специально люди, для кого вы это делаете, эту доброту, они не знали. То есть, например, дадите кому-то там, я не знаю, доллар нуждающему человеку. Или поможете старушке перейти дорогу. Мы все об этом знаем, чего там особенного нет. Мы можем просто на кого-то, кому-то улыбнуться, у кого сегодня настроение нехорошее. Вот. Я когда-то где-то у кого-то прочитал или сам придумал, я не помню, что у нас есть банковский счет добродетели. И чем больше у нас банковский счет этой добродетели, тем больше там накоплений, чем проще тратить эту добродетель тогда, когда она вам самой нужна. В этом и заключается перераспределение кармы в кавычках, а может не в кавычках, в нашей жизни. На самом деле это все очень просто. Если вы ориентированы на доброту и на помощь другим, без того, чтобы калечить себя, а просто вы человек отзывчивый, общительный, добрый. А если нет, то вы пытаетесь стать таким, направили себя на такое, то все у вас в жизни будет становиться лучше и лучше. Вот вам такой чудесный вортекс номер 6 в фазе 1. Всем вам всего хорошего. А я сегодня уже сделал одно доброе деяние. Записал это видео бескорыстно, специально для вас. Единственное, что вам нужно забыть мою фамилию и имя, чтобы это было не эгоизм с моей стороны, а просто доброе желание.